Секретная комната. Святая святых. Сейф. Там деньги. И именно эти деньги пойдут на выигрыш участникам программы «Сделка». «Сделка» — это игра, в которой не бывает проигравших. Наши участники должны ответить на один единственный вопрос. Да или нет? Взять или отказаться? Счастливый случай интуиции. Вот залог успеха. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Сделка». И я ее ведущий Алексей Веселкин. Добрый вечер. На нашей программе у участников есть уникальная возможность разбогатеть. Но еще более странный фактор, что они могут разбогатеть, не прилагая при этом никаких усилий. Только интуиция и счастливый случай. И все. У них есть шанс заработать 3 миллиона рублей. Как это странно. 3 миллиона. Это огромная сумма. Это очень большие деньги. Эти деньги, кстати говоря, могут очень легко изменить жизнь любого человека. Итак, мы начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Я прежде всего хочу вам представить нашего нового участника. И это... Пожалуйста, обратите внимание, Виталий. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие друзья, давайте вооружимся чемоданчиками с цифрами. Как вы знаете, в этих чемоданах деньги. Много денег. Разных. Самая большая сумма – это 3 миллиона рублей. Самая маленькая – 1 копейка. Где находится, какая сумма, не знает никто. Ни я, ни даже господин банкир, всеми уважаемый с нами человек, не знает, где находится какая сумма. Все прекрасно знают, что нужно делать. Нужно открывать чемоданы. И та сумма, которая кажется в чемодане, исчезает из нашей игры. Это будет чуть-чуть позже. А сейчас я хочу пригласить наших телезрителей к участию в нашей программе. Они знают, что они могут заработать ровно 50 тысяч рублей. Для этого вам нужно отослать смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». В конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. И вот сейчас ответственный момент, дорогие друзья. Мы должны определить, кто же сейчас будет играть здесь вот и претендовать на огромную сумму в 3 миллиона. Кстати говоря, ее еще никто ни разу не выиграл. В 3 миллиона рублей. Итак, запускаем компьютер. Стоп! Юрий! Да! Юрий! Ну что же, Юрий, поздравляем вас! Добро пожаловать, Юрий! Берите чемоданчик номер 22 и будьте любезны, пройдите в столовую. Добро пожаловать на игру! Здравствуйте, Юрий. Знаете, как вас? Здравствуйте. Вы же игрок, Юрий, я знаю. Любите азартные игры? Да. Да? Да. На деньги. Именно на деньги. Именно на деньги. Именно на деньги. И в связи с этим, Алексей, да, я хотел бы сказать нашим телезрителям. Так. Неожиданно. Если не хотите быть в проигрыше, никогда не играйте в азартные игры на деньги. Нигде, кроме как программа «Сделка». Прекрасно вы сказали! Прекрасно, Юрий. Потому что только на этой программе, не рискуя своими деньгами, вы обязательно останетесь в выигрыше и унесете какую-либо сумму. Спасибо. Итак, Юрий, значит, я вам желаю победы. Спасибо. Очень хотелось бы увидеть какую-то крупную цифру, такую сумму хорошую, чтобы с отличным настроением большими деньгами уходить отсюда.
Так, давайте откроем деньги. Денег осталось у нас последних 22 чемодана. Представляете? Все. Ну, начинайте. Цифра 1. Ну что же, давайте начнем с цифры 1. Тем более, смотрите, Михаил сегодня какой красавец. Миш, кстати говоря, сейчас до того, как откроем, секундочку. А что с вами случилось? Что такое в голове? Я постепенно заражаюсь общей болезнью, какой же заразились все. И вы в том числе. И я присоединяюсь к нашей армии больных. И больных от нашей сделки, от наших денег. А шапка тут при чем, я никак понимаю. Я понял, деньгами, вот, понятное дело. Но... Она соединяет меня с космосом, и оттуда мне сигналы. Ах, это у вас антенна такая? Я вижу все цифры, какие находятся в чемоданах. Абсолютно. Я думал, просто вы мерзнете. А какая здесь, я не скажу. Да? Не надо говорить. Хорошо. Ну что же, все хорошо у нас, очень необычно. Шапочка прекрасная у вас. Давайте. Номер первый. Была? Не была. Была, не была. 10 рублей. Была. Была. Можно продолжать? Да. Вот, понимаете, видимо, шапка все-таки помогла. А теперь начнем играть. Начнем играть по-настоящему, да. Вот цифра 16 и цифра 21. Это... Все числа, в которые произошли самые трагические события в моей жизни. Поэтому мы их сразу откроем. Начнем с цифры 16. Новичкам везет. Виталик, так, давай. Виталик, давайте. Открываем. 500 рублей. Во, отлично. 500 рублей. 21 будет скрывать? Да, Таня, 21. Открой нам, пожалуйста. Тогда на укомен, все уже. Все, сразу. Очень хорошо. 100 тысяч рублей. 100 тысяч. Так. Итак. Итак, мы откроем в цифру 6. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем открывать эту цифру? Будем. 200 тысяч. Отлично. Подряд как-то уходит у нас. Отлично. 100 тысяч, 200 тысяч. Не будем о грустном. Давайте, открывай чемодан. Давайте. Цифра 10. 10. Улыбка навсегда. Открываем. Сережа. Сережа. Сереж, да? Да. Будем улыбаться и открывать. Улыбайся. Или улыбайся. Итак, хорошая улыбка. 1 000 000 рублей. У нас в последнее время, я заметил, на программе сделка. То ли вы давно здесь все находитесь, вот старослужащие все игроки как-то с не очень большими суммами уходили. Хотя, понимаете, были же вспышки там, 850 тысяч рублей. Помните? 700 тысяч Олеся, молодец. Это... Михаил, 650, я помню. Видите, даже мне же снятся эти цифры. Причем, вы знаете, а это я... Это с ужасом просыпаюсь. Да. 850 невозможно. Юра. Можно открыть, что ли? Да, можно, конечно. Да. Лучше чемодан, конечно, открыть. Цифра 2 7. Чемодана нам осталось. Цифра 7. Наталья? Наташа, спокойно. Открываем. Да что ж такое-то, а? Великолепно существование, на самом деле. Да? Конечно. Неправильно. Потом мне очень интересно, когда банкир нервничает, предположим. А так что, разговаривать с спокойным взрослым человеком, какой интерес? Ну, понятно, вы с ним разговариваете, если не общаетесь. Конечно, потом мне же нужно какой-то интерес поддерживать, да. Вот я и говорю, что банкир не нервничает.
так, я и говорю, господин банкир, что с такой игрой, что вам нервничать? Я же говорю про игру, когда, например, остается там рубль и 3 миллиона, понимаете? Тогда нервы у вас уже какие-то. А вообще никогда не нервничает. А-а-а. Спасибо. Ну, начали предлагать деньги. Да вы что? Да, 17 200. Это деньги, да. Деньги, 17 да. Тысяч. Ну, я понимаю, что это деньги. А это банкир звонил? Банкир, 17 200 рублей. Сделка? Ну, во-первых, мне кажется, что это не банкир все-таки звонил, а... А кто это? Случайный человек? Думаю, не случайный человек, нет. Вот судя по сумме, это торговец с рынка мелкого опыта, вот так вот я... Да? Бывает же, случайно попадает. Бывает, туда. Например. А вы привыкли с банкиром вполне разговаривать? Вполне возможно, что меня обманывают. Да, например, да. Да, дорогой, так понимаешь, сегодня есть, человек, завтра нет, 17 200, нормально. Я поверили. Я же доверчивый человек, я же не верю. Я же не верю. Как не верить? Не. А что же делать тогда? Даже не знаю. Ну что делать? Ну, делайте предложение. Я вам делаю предложение тогда. Предложение. Я вам делаю предложение, значит, это с рынка мне звонили. Да, да, с рынка. Вот. И рыночное предложение сегодня. Это вся выручка этого рынка. Блошиного. 17 200 рублей. Нет. Месяц работали они. Нет. Хорошо. Хорошо. Все нормально. Зачем кому-то что-то говорить? Я напомню телезрителям, вы можете выиграть в нашей программе 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». И в конце нашей программы мы подведем итог смс-игры. Юрий, играем. Еще 3 чемодана. Номер 20, Ричард. Так, Ричард. Я готов, удачи. Давайте, Ричард. Открываем. 5 тысяч рублей. Хорошо. 5 тысяч, хорошо. Кстати, Алексей, да. Все хотел вас спросить. Вот, пожалуйста. Люди вокруг, они чему радуются сейчас? Когда? А вот только что. Или мне показалось? Нет, почему? Вам не показалось. Радуйте. Да? Здесь просто, во-первых, мы собрали со всей страны самых радостных людей сюда. А-а-а. Представляете, их так мало оказалось. Представляю. Да. А самые дружные — это вот ваши товарищи. Бесспорно. Ну что же, давайте открывать чемодан. Номер 15. 15. Мы сейчас откроем чемодан под номером 15. Ира. Раз. Два. Два. Три. Три. Ну! 50 рублей! Хорошо. Мне нравится, как идет игра. А вам? Очень нравится. Что? Ну, вот, видите, как здорово. Я думаю, всем нравится, зрителям нравится. Отлично. Вот такая игра, всем нравится. Конечно, хорошо идет. Именно поэтому, Юрий, мы сейчас сделаем паузу. Хорошо? Именно поэтому. Перерыв. Любой телезритель может стать участником нашей игры. Для этого вам нужно отправить смс со словом «банк» на короткий номер 7755. Если компьютер выберет ваше сообщение, вы сможете в конце программы, когда будут подводиться итоги игры с телезрителями, выйти в прямой эфир и выиграть 50 тысяч рублей. Каждый телезритель программы «Сделка» может стать ее героем. Играйте с нами! Все. Мы опять в игре. Открываем следующий чемодан. Юрий. Номер 4. Тимур. Тимур. Четвертый номер. Георг. Несмотря на то, что мы из разных городов, я верю, что в настольный теннис мы еще поиграем.
Как грустно. 2500. Хорошо, ой! Отлично! Фу. Вам легче? Нет, я очень хорошо. Я просто фу, потому что 2500 ушло. Очень хочется интригу сохранить. Тем более так Тимур загробным голосом про настольный теннис сказал. Такое ощущение, что вы лимонкой играете вместо мячика настольного тенниса. У кого первый взорвется? Ну, вчера, вы знаете, практически так и было, да. Вы же военный? Уже, что ли? Быстро. Вы в каком звании? На самом деле, я приглашаю вас к нам в Челябинск. Мы Знаете, ответить сразу. Нет, спасибо, лучше вы к нам. Вот, нет, ну а да, как да. бы да. Да-да. Вот, вы приедете, мы соберем в зале прапорщиков, человек 500. И будете меня пугать. Нет, да? Вы выйдете на сцену и будете рассказывать анекдоты. Про нас анекдоты, mm-hmm. да. Хорошо. У вас хорошо получается. Да, прекрасно. Я заметил. Я понял. Нажимаю? Да. Там только на сцене, знаете, нужно сделать колючую проволоку с током. И поставить 2 станковых пулемета. Я тогда расскажу один анекдот шепотом за сыном. Алло. Да. Здравствуйте, господин Большой. Кто? А, это рынок беспокоит? Рынок звонит. Опять. О, отлично. Это мне проще будет. Мелкооптовый рынок, да. А что вам нужно, рынок? У нас здесь серьезная игра. Юрий. Да. Рынок, объявите, пожалуйста. Вы сегодня план какой-то делаете рыночный? Да. Прекрасно. Хорошо, спасибо. Банк. Как это не противно у нас слышать. Да, не рынок, да, а банк да, все-таки. Да, банк предлагает вам 40 тысяч рублей. 40 тысяч, они, конечно, могли бы кое-какие финансовые расходы мои покрыть. Но, конечно, нет. Телезрители тоже могут выиграть в нашей игре 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». И тогда в конце нашей передачи мы подведем итоги смс-игры. Так, ну вот сейчас сложный уже момент, потому что начались, ну, скажем, я бы сказал, более интересные. Для меня более интересные, да. Для меня тоже. Мы на самом деле откроем цифру 3, потому что... Александр, он такой философ-глобалист, вы знаете. Нет, вот не знал. С ним поговорить на проблемы развития Вселенной, мирового сообщества, очень интересно на самом деле. Да. Да что вы так? И поэтому вот в этот сложный момент игры я хотел бы, чтобы открыл вот именно он. У меня космической шапочки нету. Не нужно, да. Вот, Достаточно одной таблетки, да. Эта циферка будет в левой колонке. Левая? Ну, в той, которая поменьше. Да, я понял. Открываем. 10 копеек. Отлично. Юрий, давайте продолжим хорошую серию. Итак. Вот если бы здесь был Коля Иванов, вот я бы нисколько не сомневался. Коля. Мне было бы очень легко. Коля. Очень легко просто. А вот Николай II, он, говорят, плохо... закончил свое правление. Да, поэтому я желаю Николаю, чтобы он сейчас открыл. И, в общем-то, я переживу легко, но... Да? Коля, людей не огорчай! Коля. Они же обидятся. Цифра 5. Готов, Николай? Да, я готов. Да. Как Гагарин на титул. Хорошо. Ну, итак, поехали. Открываем. И это 5 рублей! Рублей. Давайте попробуем чемодан, может, открыть. А тут два варианта, да? Вы понимаете, да. Конечно, Вася. Конечно, но моя Вася. Любимая песня. Какая? Стильный оранжевый галстук. Прекрасная песня. Да. Да. Вот у нас, смотрите. Откроется. Какая красота. Я сразу расцвела. Красота. Да, я же 13-й номер. Оранж.
да? Я хотела, знаешь, что сказать? Что печалиться не стоит по той причине, что ты не можешь потерять то, что ты не имел, в общем. Правильно же? Ну, зачем расстраиваться? Свет, это очень философски. Я сейчас задумаюсь. Как это мудро рассказано? Потерять то, что не принадлежало ни разу. Действительно, чего? Действительно, ничего же не принадлежало, собственно. 3-4. 3-15. 25 000. Ой, как хорошо. Да, Свет, практически такая сумма мне в руки дают только когда я в отпуск ухожу, и у меня их сразу же из рук вот такая. Так, 3 миллиончика же тебя. Сейчас все так же, да, Садик, а вот отпуск прогуляли уже, все. Да, да, да. 300, 500, 3 миллиона. У нас, кстати, хорошие позиции. Копейка, рубль, 100 000. Позиции хорошие. Да, господин банкир. Да. Хорошо, спасибо. 77 500. А мне вот... Мне вот интересно, Алексей, да, вам посреднические услуги оплачивают, нет? Банк, нет, что вы, мне? Нет, да нет, вы что? Несправедливо. Нет, ну, я просто очень люблю разговаривать по телефону, в принципе. А, вот так, да? Да, 77 500. Ага. Попробуйте угадать, какое решение я приму, а? Задаю вопрос, Юрий. А задача, меня, я думал, однозначно. У меня, да, ответов нету. Значит, банк предложил сумму 77 500 рублей. Нет. Нет! Игрок. Хорошо. Ну что же. Ну что же, вы действительно, Юрий, игрок. Будем играть дальше, правильно? Делаем сейчас перерыв. Замечательно. И продолжим. Хорошо? Да. Перерыв. Любой телезритель может стать участником нашей игры. Для этого вам нужно отправить смс со словом «банк» на короткий номер 7755. Если компьютер выберет ваше сообщение, вы сможете в конце программы, когда будут подводиться итоги игры с телезрителями, выйти в прямой эфир и выиграть 50 000 рублей. Каждый телезритель программы «Сделка» может стать ее героем. Играйте с нами! Мы в студии. Нам нужно открыть еще 3 чемодана. И банкир сделает предложение. Очередное. Цифра 14, Александр. Саша, 14. Надеюсь, выбор правильный. Все нормально будет. Открываем. 10 000. Хорошо. Неплохо. Отлично. Я бы не сказал, что хорошо. Замечательно. Неплохо. Хорошо. На самом деле, моя любимая цифра 9. Так. Поэтому мы ее сейчас открывать не будем. А почему любимая моя цифра 9? Заметьте, не спросив, почему. А я, да. Ну, давайте, говорите, говорите. Я так долго этого ждал. Да хорошо, Юр, конечно, действительно нет. А на самом деле, почему это? 9 букв было в фамилии девочки моей первой любви. А вы романтик, оказывается. И вы знаете, что самое интересное? Она была фантастически красива. Да? И если... очень похожа на... О чем вы сейчас подумали? Я не буду говорить. Не нужно, да. Поэтому мы откроем цифру 17.
Она на меня была похожа, да? Хорошо. Итак, давайте, а кто вообще можно? Вася! Спасибо на здоровье! Вася! Я же тебе говорю. Эх, Вася, Вася. Эх, Вася, Вася. Лучше бы девятый бы открывали бы. Лучше бы девятый ее. Нет. По фамилии девушки лучше открыть бы. Ну, понимаете, деньги приходят и уходят. А вот это уже не отнять, это на всю жизнь. Нам еще один чемодан открыть осталось. Вам виднее. Мне виднее, я говорю, нам остался один. Цифра 2. Саша. Александр. Приготовились? Там что-то гремело, я слышу. Мне кажется, это одна копейка. Ну, посмотрим. Итак, номер 2. 100 рублей! Уважаемые телезрители, вы можете принять участие в нашей игре, выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». В конце нашей программы мы подведем итог смс-игры. Это я обратился к телезрителям. Вот и звонок. Неожиданно. Неожиданно? И приятно же это уже. Вы не помните, какая у нас была последняя цифра? 77500, по-моему, да? Не помню, честно говоря. Все, а я помню все. 77500. Добрый вечер, господин банкир. Что с вами там случилось? Почему поете? Группу «Браво» поет, да. Я вам здесь? Нет, он другую песню поет, нет. «Несчастный случай» поет группу. Конечно, Вася. Да. Спасибо. 43 300. Вот сейчас люди, которые меня знают, смотрят эту программу и думают, что он там делает вообще, чем он занимается. Что он вытворяет, и не придет, думают. Он обо всем забыл. Предложение банка. Я не забыл, я все помню. Да? Да. 43 300. Нет. Хорошо. Хорошо. Я должен сказать, что у нас в игре две большие суммы. 300 тысяч. Очень большая сумма. И 500 тысяч. Извините меня, конечно, полмиллиона. Я слышал, что все в мире относительно. Абсолютно. Итак. Цифра 18. 18. 18? Папа. Ирина. Катерина. Наша Катерина. Открываем чемодан. И это... Один рубль выходит из игры. Хорошо. Так. Отлично. Катерина, Катерина, Катерина. Вы с нами уже полтора месяца. Да? Да. Мы я вам... горю желанием. Да, желание не горит? Да. А мы вам не надоели вообще? Да вот на самом деле нет. Нет, двойственное чувство. Двойственное? Да. С одной стороны, надоели все. Вот а с другой стороны, мне так все нравится. Так оставайтесь с нами еще. Наверное, все-таки не надо уже. Нет, ну как здорово. Действительно, понимаете, люди работают, что-то чем-то занимаются. А вы стоите здесь в хорошей компании и переворачиваете чемоданы. Открываете, так вот туда смотрите, так вот делаете. И, собственно говоря, работа на день закончена. Следующий день там открыли чемодан. О-о-о! Свидание. Хорошо, закончено. Отличная работа, открыл чемодан. Закрыл чемодан. Прекрасно. А иногда вы ведь помните, как вы откроете так вот, еще не откроете, так стоите, вот так вот делаете так вот. Я произносите тост грузинский. Я желаю тебе. Мы здесь с тобой долгое время, чтобы у тебя все было прекрасно в жизни. Потому что наша жизнь, вы пойми,
то, что мы вместе, это сама прекрасная жизнь сама по себе. И эти деньги, которые ты открою я, не открою, какая-то вообще разница. Мы вместе все находимся. Раз и 3 миллиона. Отличная работа. Прекрасная работа, правда? Катя, вы оставайтесь с нами. Вы будете, знаете, как у нас у сборной Чебурашка. Талисман. Талисман, да, чемоданный талисман. Катерина. А что? Ничего. Как, а что? Такой замечательный талисман. Я это имел в виду. Ничего, что я здесь хожу. Ой, вы здесь, Юрий, господи, я совсем забыл. А я думал, что вы ушли, а вы здесь, оказывается. Странно. Я в последнее время стал забывать что-то. Можем с вами поговорить. Нет, нормально. Например. С вами мы уже разговаривали. Что вы, давайте вместе откроем лучше чемодан. Лёх. Света, сейчас очень напряженный момент в игре. Так. Не надо. Не, у нас серьезный сейчас. Кстати говоря, вот, ребят, 500 на кону, 300 тысяч, 50, 15, копейка и 1000. У нас в игре, самое главное, две огромные суммы, 300 и 500 тысяч. Света, помоги мне, пожалуйста. Открой мне 300 тысяч. Мне будет легче гораздо играть. Ты что говоришь такое? Цифра 12, Светлана. Светлана. Помогла. 500 тысяч. Ужас. Ужас. Промахнулась, извини. Так, ну вот уже надо что-то менять. Да. По-игровски чувствую так вот. Что это вы сделали? Ну, что-то менять же надо. Я не могу вот с вами местами поменяться. А что вы сделали? Просто поменяли? Да, да, да. А... Если перстень был, я бы перстень как бы вот, обручальное кольцо. Я тоже так сделаю, хорошо? О, замечательно. Отлично. Сейчас по-другому игра пойдет просто. Совсем. Язык вообще не будем менять или будем по-русски все-таки разговаривать? Ну, если менять, нет? Да, вы знаете, я русским лучше всего владею. А лучше, да? Да. У меня, не, у меня да. Не очень я хорошо получается. Я-то знаю, вы-то полиглот. Русский не родной у меня. А какой? Я монгол. Ну, что делать? Попросим помощь психолога. Владислав, пора уже, цифра да. 8. Я давно ждал этого момента. Да, да. Итак, стоп. Ну, открываем. 1000 рублей. Хорошо, хорошо. 1000. Помогло. Да, помогло. 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 Так. Что, опять? Ну, так помогло. Что-то... Извините. За мной время потянем, может, позвонит кто-нибудь? Конечно. Да. Звонит. Ну, вот что. Может, тоже поменять в другую сторону, может, говорить ему такое? Лучше будет. А как? Так вот сколько вариантов, оказывается, я не знал. Оставим на потом. А что? Нет, можно в эту говорить, кстати. Вариант хорошо сюда. Я в другое ухо могу, знаете, другим послушать. Да, господин банкир. Да. Извините, мне там вот тем все-таки неудобно. Это у меня уже заточено под трубочку. Да, да, да. Еще раз можно? Прекрасно. Хорошо. Всего вам доброго. Поговорил. Предложение банка. 45 600 рублей. Вы, Юрий, думайте. Чуть-чуть. А мы сейчас сделаем перерыв. Хорошо? Любой телезритель может стать участником нашей игры. Для этого вам нужно отправить смс со словом «банк» на короткий номер 7755.
Если компьютер выберет ваше сообщение, вы сможете в конце программы, когда будут подводиться итоги игры с телезрителями, выйти в прямой эфир и выиграть 50 тысяч рублей. Каждый телезритель программы «Сделка» может стать ее героем. Играйте с нами! Вот! Ну, мы, Юра, прервались на том, что банк предложил 45 тысяч 600 рублей. А у вас нет? Нет. Нет. Банк предложил вам 45 тысяч 600 рублей. Вы знаете, вот вопрос, когда задают, ну что ты умеешь делать? Я вот однажды задумался. Действительно, что я? Не плотник, не слесарь, не программист. Что это умеет сделать? Я умею принимать решения и нести за них ответственность. Я считаю, это не последнее ремесло. Самое главное – принимать решения и нести ответственность. Я вам сейчас предложил принять решение. Вы мне просто рассказали историю и ничего не сделали. Да. А мы прапорщики такие. Да. Хитрые. Слушайте, ну еще раз я вам скажу. Конечно, конечно. Третий раз, причем? Я выучил этот текст наизусть. Никому третий раз не Банк! Нужно. Хорошее слово, в принципе, мне нравится. Начало. Банк предлагает вам, Юрий, сделку. 45 тысяч 600 рублей. Нет. Нет. Так. Молодец. Такая преамбула у нас была. Про принятие решения. Я уж думал, вы скажете, я принял решение взять. Нет. Ну что же, так интереснее, кстати говоря. Да, Алексей, вы еще сохранили способность думать. Я ее уже давно потерял. Да? Только принимать решение. Понятно, я понял, понял. Хорошо. Давайте, значит, ну будем принимать решение. Итак, мое решение знаете какое? Да. Значит, я вам предлагаю еще открыть еще один чемодан. Принимайте решение. Вот, ваше решение. По игровой ситуации, сложившейся сейчас... Конечно, если хотеть получить хорошее предложение от банка, то ни в коем случае нельзя открывать номер 19. Но я такое предложение получать не хочу. От банка? Света, 19, открой, пожалуйста. А! Так-то я Оля, на 19. Всякий случай. Вот видите, видите, до чего доводят, а? Да? Да. А вы сказали, я здесь стою, чтобы меня напоминать. Вы где были, Алексей? Нет. Я упустил это. Оля, не обижайтесь Оля, на пень. Простите, не пожалуйста. Не обижайтесь на пень. Я очень просто, да. Все нормально. Я уже посыпаю голову пеплом. Если, Оля, если откроете 300 тысяч, то так мне и надо. Вот вы за не... это, да. Петя же не специально это сделал. Правильно, правильно, правильно. Да, Юр. Слушайте, вот это сильный сам сейчас виноват, у вас. Вот виноват, это у вас сейчас сильная штука была. Вот вы сейчас мощную дали такую команду туда. Да. Решение я такое. Я следую инструкциям. Ну что же, ничего не остается делать, надо продолжать. Конечно. 50 тысяч еще есть. А тут уже выбора нет. Номер 11. 11. Ля-ля-ля, мы здесь. Мы здесь. Открываем, да? Наталья. Да, я с вами тоже. 15 тысяч. Так. Обмен. 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 Ваше предложение было, я как понял, обмен. А мои предложения тоже принимают? Да, сейчас я расскажу об этом. Да, господин банкир. Да. А у игрока было предложение обмена чемоданами. Слышали, да? Или что? А, хорошо.
17 500. Банк отказал вам в обмене и предлагает 17 500 рублей. Итак, банк предлагает вам 17 500 рублей. Банк. Если бы я в данной ситуации нажал на эту кнопку, это был бы не я. Нет! Нет! Так. Вот на чем наша армия держится. Да, да. Вот на таких смелых, отчаянных людях. Прапорщики — это спецвойска. Да, о чем вы говорите? Те же танки. Да. Только без башни. Я... Да, да, да. Те же танки, только в профиль. Ну, вариантов у нас никаких. Итак, мы открываем. Да, открываем или нет? Да. Чемодан номер 9. Что у нас остается делать? Да. Дина. Будем надеяться, что копейка. Копеечку открой нам, Дина. Копейку. Ну? Дина, копейку. Рублей. Ну, хорошо. Юра. Открываем? Юр. Вы мне доверите? Да, вам-то, конечно, что вы. Вам-то что? Откройте, пожалуйста. Ваш же чемодан. Итак. Леночка, любимая, это для тебя. Так. Все, что я делаю, для тебя. Ты самый дорогой мне человек. Ну. 50 тысяч. Отлично. Ну что же, Юрий. Юра, вам аплодирует студия. Я вас поздравляю. За вас радуются телезрители, ваши товарищи. Надеюсь, вам было интересно. Я вас поздравляю. Благодарю вас за вашу игру. Спасибо большое. Итак, Юрий выиграл 50 тысяч рублей. Наше поздравление. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Это была программа «Сделка». Я ее ведущий, Алексей Веселкин. Ну, а сейчас мы подведем итоги нашей СМС-игры. Я с вами прощаюсь. До встречи. Так я поздравляю Юрия, который только что стал победителем игры «Сделка». Ну, а меня зовут Алена Брендис, и прямо сейчас я подведу итоги нашей СМС-игры с телезрителями. Давайте же узнаем, кто сегодня станет ее победителем. Мы уже дозваниваемся до этого человека. Алло! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте, как вас зовут? Михаил. Очень приятно. Откуда вы, из какого города, Михаил? Я с поселка Пашина, на Новгородской области. Вы первый раз играете с нами в сделку? Третий раз. Третий раз. Видимо, три — это ваше счастливое число. Михаил, я вас поздравляю. Вы уже наш сегодняшний победитель. Вы в прямом эфире. Я предлагаю прямо сейчас перейти к нашему розыгрышу. Итак, Михаил, внимание. Напомню его правила. В одном из этих трех чемоданов находится наш главный приз – 50 тысяч рублей. В остальных двух призы поскромнее. Это 10 и 20. Миша, пожалуйста, делайте ваш выбор. 23-й. 23-й чемодан вы выбираете. Я вам желаю удачи. Узнаем, что было в остальных двух чемоданах. Итак, в 25-м чемодане было 25 тысяч рублей. В 24-м 50 тысяч рублей. Это был наш главный приз. Итак, в вашем 23-м чемодане 10 тысяч рублей от игры... Да, все нормально. Ну, играйте еще в сделку. Миша, пожалуйста, не вешайте трубку, наш редактор объяснит вам, как вы сможете забрать ваш выигрыш. Остальным хочу напомнить, что в следующей программе на месте Михаила можете оказаться именно вы и попытаться выиграть наш главный приз – 50 тысяч рублей. Для этого присылайте смс-сообщение со словом «банк» на номер 7755, и вы в игре. Напомню, что программа «Сделка» выходит с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале РЕН-ТВ. Присылайте свои смс-сообщения, итоги подведем в следующей программе. Удачи вам, счастливо! Ты мне нравишься.
Я должен испугаться? Нет. Ты должен написать завещание. Чак Норрис. Ювелир. Завтра в 8 вечера на РЕН-ТВ.